Ребята, всем привет! Ну что, продолжаем обзор, вернее, серию обзоров тех изделий, которые приходят в голову. Ну, как скиммер там. На сегодняшний день, что хотелось бы показать? Банальный перелив. Мне тут микрофончик пришел, сейчас звук как раз проверим. Так, хотелось бы показать и рассказать о банальном переливе. В принципе, что рассказывать? Ну, перелив да перелив. А, нет, хрен там, не тут-то было. В общем, этот перелив на Фейсбуке, в Инсте я уже выкладывал. Теперь более подробно сейчас расскажу о нем. Он был мной придуман. Ну, опять-таки, мной придуман. Где-то что-то сперто, где-то что-то подсмотрено. Единственное, наконец-таки, совместными усилиями с Николаем из Луцка получилось все это дело более-менее красиво организовать. Додуматься, как это все дело организовать. Так что, сейчас, пока он не уехал, думаю, сниму видосик, покажу. И этот перелив дальше едет на ферму во Львов. К Николаю. Да, Николай из Луцка, но ферма у него во Львове. В общем, едет туда на испытание. Что будет? Посмотрим, когда уже приедем. Потому что первый сделал. Я сейчас отправлю. Они, пацаны, попробуют. И хотят поставить на всю ту линию, которую я паял, вот именно вот такие переливы. Вот такие, это вот такой. То есть не те банальные гусаки, к которым мы все привыкли. В чем минус этого гусака? В том, что уровень отрегулировать, когда рыба в бассейне, ну, практически невозможно. То есть надо сдирать, вода будет хлыстать. Вот так вот. А прелесть этого перелива в том, что можно использовать один бассейн, но с разными уровнями воды в нем. То есть выглядит он вот так. Такая ракета. Как подключается? В принципе, без разницы. Изначально это все было продумано так, что сюда, вернее, вниз подключается выход с бассейна, а сюда идет уже на центральную магистраль. Почему так? Для того, чтобы лучше все это дело вымывалось. Но по сути, можно подключить как сюда от бассейна, так и, а вот этот на центральную магистраль, так и наоборот, в принципе, роли никакой не играет. Так, поехали. Смотрите. Этот перелив устанавливается на том же месте, как и обычные. Сделано вот такое кольцо. Кольцо, если видно, с мелкими отверстиями. Эти мелкие отверстия размечены для того, чтобы человек уже по месту мог либо же снизу прикрутить все это дело саморезами, либо же рассверлить, как ему нужно, под болт. Можно сюда, конечно, сделать еще и второй фланчик, но, опять-таки, он и так получился недешевый. Просто из-за того, что вот самому-то вот этот тройничок 160-й полипропиленовый. А полипропилен, вы сами знаете, на сегодняшний день поднялся в цене довольно некисло. Вот, ладно, отступил от темы. Смотрите, вот этим фланчиком мы прикручиваем на поддон. Направляем, если мы подключаем по изначальной задумке, то есть направляем вот этим выходом в сторону барабана, на центр. Сюда, почему был впаяна была муфта, а не уголок 90-й. Потому что
так, скажем так, при установке намного проще вставить уголок. Да, он чуть выше получился, чем надо, но можно вставить уголок и повернуть его в любую сторону, куда надо. Так поудобнее. Можно как-то, конечно, эту муфту немножко засунуть вовнутрь. Хотя можно ее в натуре засунуть вовнутрь. Будет еще поменьше. Ладно. То есть, установили направление к барабану. Сюда вставили уголок 90. И этот уголок пошел в бассейн на центральный слив. Что же здесь у нас внутри? А внутри вот такая... хрень. Особо ничего, скажем так. Смысл в чем? Когда этот перелив уже установленный, вот сюда надо поставить 160-ю трубу по высоте бассейна. Ну, 160-ки длинной у меня нету, поэтому есть вот чисто кусочек. Так, показать вам. Ставим мы ее по высоте бассейна. И каким же образом регулируем уровень воды в бассейне? Банальной 110-й трубой. Я сейчас резиночку вытащу, чтобы проще было. Мы берем, вот допустим, вот это дно бассейна. Мы вставили 160-ку, какая нам надо, там метр, метр 20. А уровень в бассейне нам нужен сантиметров, скажем, 30. Вот это расстояние у нас идет 20 сантиметров. То есть, для того, чтобы сделать уровень в бассейне сантиметров 30, нам нужно взять кусок трубы. Только тут немножко просчитался, не учел вот этот большой диаметр. Поэтому в этом варианте придется брать именно трубу 110-ку, без вот этой части. Почему? Потому что проходная способность 110-й трубы равна проходной способности вот этого кольца вокруг 110-й трубы. От 110-й до 160-й. Оно справляется. А если сделать вот так... то уже это кольцо уменьшается. Соответственно, я не знаю, как оно будет себя, как оно себя покажет. Ну, пока так. А там дальше будем пробовать, будет видно. В общем, стоит у нас 160-ка по нужной высоте. И мы вставляем туда 110-ю трубу. Оп! И все, смотрите, вот уровень. То есть с бассейна выходит вода по внутренней трубе и идет на разлив. Обратно в 160-ю. Она не дает ей разлиться. Видно? Вот так вот. То есть выглядит это все вот таким образом. Я же говорю, я не знаю, как будет... Изначальная задумка была оставлять вот такими кусками, набирать полностью всю высоту. То есть, ну круто. Кусочек вставил, малька в бассейн запустил, малек подрос. Еще такой же кусочек сверху раз. Сейчас вот, в принципе, даже покажу. Вот у нас стоит вся система. Мы берем еще вот такой же кусочек. Хлоп сюда. Уровень в бассейне еще на 25 сантиметров стал выше. Так же само дальше и до самого верха. Идея интересная. Честно говоря, мне очень нравится. Долго над ней думал. Коля подсказал, как все это дело правильно спаять. За рюмкой чая, естественно. Но посмотрим теперь, как оно себя покажет. Так что сильно там палками не кидайтесь. Или говном там, не знаю, чем-нибудь. В общем, кидаться пока не надо. Поеду во Львов, когда будут стоять эти переливы. Посмотрим, как они будут работать. Такая конструкция была давно-давно, года 3 назад. Ее показывал Артем Кузнецов.
Только он делал с 110-ки и 50-й трубы. Ну, нам 50-ка маловато. Он там делал как-то более бюджетный вариант. Кому интересно, посмотрите у него на канале. Я, честно говоря, уже не найду, наверное, даже. Так что посмотрим. Все. Ладно, на этом, пожалуй, хватит. Я так уже лясы наточил на 10 минут. Все, буду заканчивать. Всем удачи, всем пока. До встречи в следующем видео.